нашої студії завітав тренер з сучасних публічних виступів Сергій Стужук. Ми тут з Інною так сваримось цілий ефір. Хто нас розсудить? Це таки про маніпуляції. Ми тут намагаємося один одного так щось змусити зробити. Ось маніпуляція. Це погано чи ні? Здравствуйте. Ну, я так понял, что у вас очень весело. У нас тут дуже весело. Друзья, есть очень такое большое заблуждение о том, что манипуляция – это плохо. Ось так. Да, это что-то такое таинственное, враждебное и приводит только к плохим результатам. На самом деле, я хочу сказать, ну, словами, наверное, был такой знаменитый алхимик, который сказал, что все есть добро и все есть зло. Все дело в мере. Вот. Смотрите, получается, что для того, чтобы понять, манипуляция – это добро или зло, нужно понять, что это такое вообще. Угу. Вы не поверите, что даже ученые сейчас не могут разобраться, что это такое, потому что определений целая кипа. Этих вопросов копья ломают очень много людей. И я вам хочу сказать, что вопрос не такой однозначный. Безусловно, зачастую мы чувствуем манипуляции, и это плохо, потому что от нас чего-то хотят плохого. Ну, давайте так розберемося. Тобто, коли Інна мені сьогодні вранці говорить, зроби мені кави, це було погано чи хороше? Ви зробили їй кофе? Ні. Я не повелася на її провокацію. Але коли я сказала, піди приведи гостя, вона його провела, вона повелася. На самом деле, і то, і друге, це не є маніпуляціями. Ось так, Інна. Да. Почему? Потому что маніпуляція – це не просто что-то человек сделал другому, и попросил, и он сделал, или не сделал в ответ. Дело в том, что манипуляция – это скрытое воздействие. Угу. Это две цели существуют. Официальная и неофициальная. Тайная, которую мы держим себе и используем именно, все ради именно этого. Поэтому есть такое определение, есть такой у нас психолог Геннадий Чепурной, который сказал о том, что манипуляция – это психологическое воздействие, вербальное и невербальное, которое ведет к тому, что человек чувствует себя обманутым. То есть на негатив. Можно по-разному относиться к этому определению. На самом деле мы всегда воздействуем на людей. Даже сейчас, когда я общаюсь с вами и с телезрителями, я воздействую на вас и на телезрителей. Вы воздействуете на меня. Но манипуляция – это более тонкая вещь. Здесь еще раз хочу, смысл немножечко глубокий. Если бы вы сказали бы про кофе, не сделай мне кофе просто так, и она сделала, не сделала. А, скажем так, ты знаешь, погано, все мне да? Когда... это обман. Обман и манипуляция – это не одно и то же. Если бы она сказала что-то типа, у меня были много товарищей, которые вели со мной эфир. И вот ты знаешь, как-то так получалось, что вот не сделал, попросил кофе и не сделал. Ну, уходили с эфира, потом увольняли их как-то, даже Сергей, не знаю, Сергей, как Сергей. Это происходит. Ну, я ж как подруга тебе об этом Віка, говорю. Віка, ти знаєш, дівчинка завжди робив мені каву, ще й печиво приносив, а зараз його нема, бачиш, бо він не приніс мені останнього разу печива. А знаєш, чому його нема? Печиво. Тому що дівчинка у відпустці, як ви думаєте, чим тут пахне? Обратите внимание, что здесь было. Здесь как бы дружеский совет. Ну давайте, раз уж мы взяли коллектив, это, кстати, абсолютно экспромт, мы об этом не договаривались. Вы можете увидеть, когда в новый коллектив приходит человек. И его сразу проверяют на вшивость. Я скажу так, что я тоже приходил в разные коллективы, и я так до сих пор помню, когда я был молодой следователь, пришел на работу, и ко мне человек, было совещание, все рассаживались перед этим, еще совещания нет, не, начальник сів, перший, не зашел, перший, да, не. Ну, как бы я тоже сел там, мне приходит, ты сел на мое место, ну, я как бы, ну, ладно, сел, а я, ну, дерзкий парень такой был, второй говорит, да нет, это тоже занято, я говорю, так, хватит, все, я не буду 10 раз пересаживаться, надо, не надо, начинаются повышенные тона, все, и так далее, там подобное, я отвечаю таким же громким голосом, заходит начальник, и тут тот, кто меня спровоцировал на этот конфликт. Смотрите, только пришел, а уже кричит. Чего от него ждать? Что это за человек, который кричит в первый, второй день своей работы? Вы видите, он кричал не потому, что ему хотелось. Он вызывал, это была провокация, в процессе которой он хотел показать, что ты понимаешь, кто хозяин. Я не начальник, но я старший товарищ, слушай меня. Вот. Много нюансов есть. Главное, что здесь, это результат. На самом деле, я не считаю, что манипуляции всегда вредны. Родители. Родители манипулируют детьми. Ой, они говорят, ой, скушай, это тебе придаст силы, о, какие мышцы. Это же неправда. Но они делают это во благо. Тренер, когда говорит, все, добежишь до туда, будет все сразу легче, это будет классно. А потом
класно не стало, стало мало того, еще и крепатура потом, классно не стало, стало хуже. Как вы думаете, знал он об этом? Конечно, знал. Но он понимал, что если он не будет вам официально все говорить, то вы не сделаете этого. Сразу сказал, будет тяжело, будет плохо, три дня будут болеть мышцы. Тобто це хороша маніпуляція, а яка це погана? Погано, большинство маніпуляцій погано. Хочу сразу сказать, маніпуляції, я как історик по образованию еще, и хочу сказать, что они родились давно. Кроме того, самый главный нюанс, который мало кто вам скажет, демократия стала движущей силой манипуляций. Потому что одно дело манипулировать человек с человеком. Можно манипулировать взглядом, мурлыкающим голосом, прикосновением. Это не так сложно. Сложнее, когда у вас слушает 1000 человек, 10 тысяч. Как манипулировать людьми? Это уже дело большой политики, это уже дело большого бизнеса. Продажи. Это не что иное, как манипуляции. Спорьте со мной или не спорьте. Если вы хотите продать товар, то вы будете обращаться к специалистам, потому что по-другому этого вы не сделаете. И вам здесь целые тренинги обучающие, как правильно говорить, чего не говорить, то что утаивать, а что говорить. А? Есть свои хитрощи. Манипуляция, назовем это дело. Вот. И возвращаясь к этому вопросу, что почему демократия это толчок дала именно манипуляциям и манипуляциям на общественность. Дело в том, что монархия – это человек, лидер, это царь. Ему не нужно доказывать ничего. Когда демократия, главным становится тот, кто завладел вниманием всей аудитории. Все за него проголосовали. Как этого добиться? При помощи ораторского искусства. Родина демократии – это Греция. Именно там оно и родилось. Потом она превратилась в Рим. И дальше мы увидели это. Поэтому манипуляции – это самое, что ни на есть, нужная вещь. Без этого сегодня не работает реклама, без этого сегодня не работает телевидение. Без этого не працюємо ми, и ну. Именно. Но еще раз говорю, именно поэтому я не считаю, что это отрицательно. Важнее всего... Ось так потрошку ми підійшли до питання, для чого взагалі нам необхідно щось знати про маніпуляцію, для чого нам ці знання? Очень хороший вопрос. Дорогие друзья, нам часто говорят, непосредственно даже мне говорят, что вот вы высказываете, вы сегодня будете говорить о манипуляциях, я не пойду, мне это не надо. Вы можете не манипулировать. Но знаете, перефразируя вопрос о политике, если вы не занимаетесь манипуляциями, значит вами манипулируют. Манипуляции происходят у каждого человека ежедневно. Нами манипулируют родители, дети. Они даже не знают этого слова, возможно. Но они это делают. Нами манипулируют начальство. Нами манипулируют подчиненные. И так далее. Что робиться? Что робиться? Что нужно? Зачем, собственно, ваш вопрос был? Если мы хотим делать то, что нужно, если мы сознательно хотим делать нормальные поступки, мы должны выявлять манипуляции. Как это делать? Вот. На самом деле, как манипулировать, об этом рассказ очень долг. И, возможно, мы об этом расскажем в следующую пятницу. Четко остановимся на том, как выявлять и как, самое главное, реагировать. Возможно, сегодня немножко как выявлять расскажем. Но, а зачем это нужно? Потому что вы делали поступки только те, которые вы хотите, которые вы осознанно совершаете. И если мне говорят, вы знаете, мною постоянно манипулируют. Я знаю, понимаю, что человек говорит неправильно. Потому что если вами манипулируют, вы этого не заметите. И если мне человек наоборот говорит, мною никогда никто не манипулировал, значит вы в руках хорошего профессионала. Манипуляция – это скрытое влияние, а не так. Пошли погуляем, да не хочу, пошли, я тебе дам конфетку. Это не манипуляция, это подкуп, это все что угодно. Поэтому это нужно иметь в виду. Ну, хотите пример? Сейчас. Давайте, давайте. Ну так... Если есть возможность, первую камеру, я сейчас просто такой экспромт, я, кстати, не договаривались, телезрителям хочу показать, ну, такую грубую манипуляцию. Но здесь важно сосредоточиться. Обратите внимание сейчас, вот, что вы должны сфокусировать все свое внимание. И ну, этого вы нигде не узнаете, потому что я профессионал, с 92-го года занимаюсь манипуляциями. И во всей Украине, за рубежом, вы этого не узнаете нигде. Вы этого не узнаете нигде, только у меня. Поставь кофе на стол и сосредоточься на мне. И сейчас ты увидишь все, что нужно. Если ты реально хочешь научиться этому, вообще, если говорить, то приходи ко мне. Я научу. Это вопрос очень правильный. Так, манипуляция закончена. Друзья, на самом деле, если вы сейчас за последние 10 секунд посмотрели и вам не понравилось то, что вы видели, значит, я сработал правильно. Именно я сейчас вызвал...
негативну реакцию. Манипуляция даже не обязательно понравится. Иногда манипуляция, наоборот, вызвать какой-то негатив. Давайте разберем, что я сейчас показал. Я сейчас показал самовосхваление, самодовольство, дал жесты пренебрежения, руки в карманы. Никогда в жизни так не делайте, если вы хотите завладеть вниманием и позитивом. Поглаживание бороды, глаза. Вообще никогда не держите руки возле рта, если вы хотите, чтобы вам верили. Только когда вы слушаете, вы можете занять позу внимательного слушания. Но когда вы говорите, ни в коем случае так не делайте. Это даже если вы будете говорить правду, люди будут воспринимать, что это ложь. Никогда человек-профессионал не будет говорить, что он профессионал. Настоящий начальник, мама, родитель, либо президент, царь не будет говорить: «Я президент, я твоя мать, ты меня послушай». Зачем ему это подчеркивать? Народ, дети и так это знают. Так все ясно, да? Вот. Если человек подпрягает эти слова, значит, он не уверен в себе. Это слабость. Настоящий начальник просто говорит, что нужно сделать. И вы делаете. Если говорит: «Я твой начальник, ты послушай, ты должна слушаться». Это оно, регламент, функциональные обязанности и так далее и тому подобное. Значит, нету силы. Вот вы сейчас можете провести аудит у себя в коллективе. Поэтому, дорогие друзья, я хочу сказать, что если вы хотите стать успешным, если вы хотите достичь своей цели в жизни, если вы реально хотите быть хорошим человеком, чувствуете себя вольготно, вы являете манипуляцией. Если вам говорят что-то, чего вы не просили, если вам дают советы, которые вы не просили, если вы, вам предлагают товар, который вы никогда не хотели, и вы в конце его покупаете, в конце концов, это была манипуляция. Задумайтесь каждый раз, всегда, когда реагируете, когда что-то замечаете, что что-то не то, сделайте паузу. Самое легкое – это пауза. Сделали паузу, подумайте, зачем этот человек мне это говорит? Надо ли мне оно? Чего я вообще здесь нахожусь? Катя про пироженку думать. Пироженка, пироженка, пироженка. Вот. В этом вопрос и играет большую роль. Это еще раз хочу подтвердить. Манипуляции, они и негативные, и позитивные. По-разному к ним можно относиться. Врач, который лечит вас, говорит: «Все, я вытащил у тебя эту таблетку, гвоздик, у вас никакого гвоздика в животе не было». Вот его вытащил, все убрал. Старый яркий пример с мухой, когда... И человек становится легче. Он сманипулировал, он обманул, использовал обман в манипуляции. Поэтому это играет большую роль. Дорогие друзья, если вы хотите реально, чтобы у вас было все здорово, изучайте и смотрите. Правильно реагируйте на это, не спешите с оценками. И... будьте здорові. Я думаю, що цю тематику ми продовжимо вже наступного тижня. Поговоримо про маніпуляцію. Як самим можна маніпулювати людьми? Навчите нас. Я хочу сказати, що, наверное, в следующий раз ми вже розібрали сьогодні определені дефініції, поняття, і зосередоточимося в следующий раз чітко на прийомах, чітко на техніках, як виявляти маніпуляції, як на них реагувати. Ну, якщо хочете, як маніпулювати самим. Тож наступної п'ятниці в нас буде справжній майстер-клас. А ми дякуємо нашому ранковому гостю.